Добрый вечер, Собровин Антон, Матч ТВ. Михаил Михайлович, расскажите, поделитесь впечатлением от матча, во-первых, и насколько для вас критично, что команда продолжит выступать в Кубке не в пути регионов, а в пути РПЛ? Только наоборот. Наоборот. Да, извиняюсь. И верхний путь называется нижний, у него другое наименование. Что касается матча, очень тяжелый, вязкий, большим количеством единоборств. Были моменты и для взятия ворот, но, опять же, очень так легко пропустили со стандарта. Это очень расстраивает. Ну, что касается уже, понятно, что команда продолжает борьбу за кубок, хоть и по нижней сетке, но мы планировали выйти в полуфинал. Но здесь в любом случае борьба продолжается, и такие матчи бывают. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Да, еще один вопрос. Хотел уточнить по здоровью Текнезяна. Была вынужденная замена. Насколько все критично? Какие-то, может, предварительные есть понимание, насколько серьезная травма? Замена связана с повреждением задней поверхности бедра. Посмотрим, он поехал на МРТ, степень его повреждений, сроки восстановления будут известны там сегодня к вечеру, завтра утром.